Что нужно сделать, чтобы получить право сдавать ЕГЭ, и как реактор на выезде сыграл с Алтаем? Об этом и не только прямо сейчас. Вы смотрите новости на телеканале НТР, в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Автолюбители жалуются на опасные повороты и развороты. Дело в том, что возле них образовались огромные снежные горки, из-за которых не видно ни пешеходов, ни машин. Такое положение дел может привести к аварийной ситуации. Коммунальщики убирать снежные комы, по всей видимости, не торопятся. В итоговом выпуске новостей мы вновь вернемся к этой теме. Информация для тех, кто в этом году будет сдавать единый государственный экзамен. По новым изменениям, до 1 февраля нужно подать заявление для сдачи ЕГЭ. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует тестировать свои знания. Для выпускников текущего года два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в ВУЗе. Изменения коснулись и структуры экзаменационных работ, в частности, биологии и химии. Подробнее об этом мы расскажем в вечернем выпуске новостей 18 часов 30 минут. Нижнекамский городской суд вынес приговор молодому человеку, который избил двух мужчин. Инцидент произошел полтора года назад. Трое распивали спиртные напитки на одной из строек. Возник конфликт, который потом перерос в драку. По версии следствия, подсудимый пинал пострадавших ногами, пока они не потеряли сознание. В итоге оба были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Один пострадавший умер, не выходя из комы. Второй выжил, но всю жизнь будет прикован к кровати. Суд приговорил подсудимого к 6 годам исправительной колонии общего режима. Хоккеисты «Реактора» продолжают выездную серию в Казахстане. Накануне нижнекамцы провели первый матч с командой «Алтай», который получился непростым. С минимальным преимуществом победа осталась за «Реактором». Сможет ли наша молодежка завершить выездную серию без поражений, скоро узнаем. Ведь несколько минут назад началась вторая очная встреча между этими же командами. Итог встречи узнаем в следующем выпуске новостей. Пасмурную погоду и небольшой снег обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха не опустится ниже 6 градусов со знаком минус. А через пару часов мы вновь расскажем вам о самых последних событиях, которые произошли в городе и районе. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntr-defiz24.ru. До встречи.